24 марта 1902 года ночным караульщиком в Агасовом возле дома на Ильинской улице был найден неизвестно кем подкинутый ребенок, который был осмотрен и отправлен в приют подкидышей. А у нас с вами сегодня Ильинская улица. Возвращаемся на 120 лет назад. Поехали! Смотрите программу «Город. История. События» на телеканале «Самара ГИС».